Ну, сегодня день рождения клуба «Динамо», 13 мая 1927 года, да? Это наш клуб был создан. Плюс сегодня день памяти, так что было видно по настрою, по желанию, как вышли ребята с первых минут. Это было именно и дань уважения и к клубу, и к человеку. Так что здесь, говорится, тоже сильно их настраивать не нужно было, особенно после того поражения в финале Кубка. Так что сегодня нужно было проявить характер. И, как показала сама игра, этот характер есть у команды. Что-то может получаться, что-то может не получаться. Но самое главное сегодня было вот это вот, поверить в то, что еще будут и достаточно много побед у них в карьере, и поражения будут, но есть имидж клуба. И сегодня они это своей игрой, в первую очередь игрой, показали, что они достаточно сильны характером.